Всем привет! В этом видео я покажу, как отключить рекламу Viber на компьютере и телефоне. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Надоедливая реклама, которая навязывает нам различные товары и услуги, встречается повсеместно, от различных мигающих баннеров до коммерческой рассылки. Если вы, пользуясь мессенджером Viber, столкнулись с подобным и ищете, как убрать такую рекламу, это видео будет вам полезным. Рекламные баннеры мессенджера персонализированы для каждого пользователя. Более того, они еще привязываются к вашему местоположению. Отключить такого рода контент несложно. Все, что вам потребуется, это изменить некоторые настройки. Итак, начнем. Первым делом давайте разберем, как отключить рекламу на мобильных устройствах. Для устройств на базе Android откройте настройки Google. Здесь ищем пункт «Реклама» и открываем его. Переводим бегунок напротив «Отключить персонализацию рекламы». Положение включено. Теперь переходим в главное окно настроек. Открываем все приложения и здесь ищем Viber. Здесь переходим в раздел «Разрешение приложений» и переводим бегунок напротив местоположения влево, чтобы отключить его. Если у вас iPhone, откройте настройки, конфиденциальность. Здесь в самом низу экрана есть раздел «Реклама», где нужно включить ограничение рекламного трекинга. Чтобы минимизировать рекламу в самом приложении, на смартфоне откройте настройки, вызовы и сообщения и здесь отключите опцию «Получать сервисные сообщения». После этих действий количество рекламы в Viber должно значительно уменьшиться. А если вы пользуетесь Viber на компьютере и заметили, что в левом нижнем углу под контактами появилась реклама, ее тоже можно убрать. Для этого вам нужно будет изменить файл «Hosts». Для этого перейдите по следующему пути: C Windows, System 32, Drivers, etc. Внутри этой папки вы увидите нужный файл. Его нужно будет открыть для редактирования от имени администратора, иначе вы не сможете сохранить внесенные в него изменения. Для этого в строке поиска ищем блокнот и открываем его от имени администратора. Затем жмем «Файл», «Открыть», указываем путь к файлу: диск C, Windows, System 32, Drivers, etc. И выбираем наш файл. Если вы не видите его, выберите здесь «Все файлы» и «Открыть». Копируем сюда следующие адреса. Список этих адресов будет в описании под видео. А затем нажимаем сочетание клавиш Ctrl + S или файл «Сохранить». Перед сохранением нужно отключить Viber. Ну и после сохранения запускаем мессенджер и проверяем наличие рекламы. Вот и все. Как видите, убрать рекламу Viber несложно, хотя не всегда эффективно. Если вам не помог последний способ, возможно, разработчики внесли некоторые изменения и нужно будет добавить в файл «Hosts» новые адреса рекламных серверов. По мере появления мы постараемся обновлять список этих серверов или же вы сможете найти их в интернете. Если вам известны другие способы, как убрать рекламу, будем рады видеть их в комментариях под видео. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезным. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока!